Поддержка и развитие одаренных детей – приоритетная задача национальной политики. В современном мире появилась потребность в людях нестандартного мышления, способных творчески решать поставленные задачи и формулировать новые. Обсуждение модели работы с одаренными детьми в России прошло в рамках Международной научно-практической конференции «Мотивационная одаренность. От отбора к развитию». Мероприятие собрало на своей площадке около 400 представителей всех регионов России, стран СНГ и США. Если мы рассчитываем на результат, то нужно заниматься комплексно и системно. На мой взгляд, в нашей стране сейчас замечательные предпосылки для этого, и многое делается. Далеко не каждый человек способен без чьей-то поддержки реализовать свои способности. Поэтому был разработан комплекс мер для выполнения этой задачи. А успешные результаты его применения создают модель ценностных ориентиров для талантливой молодежи. Для выявления развития и сопровождения способных детей применяются меры материального стимулирования, а также иные нематериальные методы поддержки. 6 апреля 2006 года был подписан указ президента Российской Федерации, который регламентировал ежегодное выделение премий для поддержки талантливой молодежи. На основании этого указа, который ежегодно пролонгируется, более 5000 талантливых ребят со всей страны получают премии. Радно отметить, что подобных конкурсов достаточно много проводится сейчас, поддерживающих социально активную деятельность и гражданскую позицию учащейся молодежи. В частности, мы можем упомянуть конкурс, всероссийский конкурс «Лидер 21 века», всероссийский конкурс авторских проектов «Моя страна, моя Россия» и ряд других, по итогам которых также присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. По мнению экспертов, талантливый ребенок – это не только тот, кто выигрывает конкурсы и олимпиады, а прежде всего тот, кто способен включаться во взрослые виды деятельности и работать над практическими проблемами. К основным формам поддержки талантливых ребят в России относятся стипендии, гранты, конкурсы научных работ, олимпиады, конкурсы инновационных проектов, научно-техническое творчество. В 2016 году для молодежи было предусмотрено 147 премиальных мероприятий, которые охватили достижения в сфере научно-технического творчества, например, робототехнику, учебно-исследовательскую и проектную деятельность. На протяжении последних 10 лет ежегодно присуждается свыше 5000 премий президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Создан Федеральный реестр одаренных детей. Он является основой для отбора получателей гранта президента России, для поддержки ребят, проявивших выдающиеся способности и поступивших в вузы на очное отделение. Ежегодно выделяется порядка 500 грантов в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Такой подход гарантирует адресную поддержку тем, кто в будущем станет научной, деловой и культурной элитой России.